И последнее. В Нальчике сегодня определяют лучшего мастера по ремонту автомобилей. В столице проходит республиканская олимпиада по профессии автомеханик. Соревнуются студенты 7 средних специальных учебных заведений. С подробностями наш корреспондент Осман Казаков. Студент республиканского автомобильно-дорожного колледжа Виталий Горецкий над выбором профессии не задумывался. С детства руки тянулись к технике, признается молодой человек. Причем разбираться в автомобилях учился самостоятельно. Сегодня он представляет образовательное учреждение на Олимпиаде автомехаников. Чтобы обеспечить безопасность автомобиля при движении на дороге, у меня задача проверить ходовую часть автомобиля. Как это будешь делать? Как бы, расскажи подробно, что для этого необходимо. Проверка амортизаторов, сайлентблоков, всей подвески. В конкурсе заявлены 7 образовательных учреждений среднего профессионального звена. По одному участнику от каждого СУЗа. Молодым людям необходимо пройти 5 заданий, модулей, как их здесь называют. Найти и устранить неисправность в авто, показать, как правильно проводится техобслуживание, проверяется электрооборудование, работа двигателя, подвесок, тормозного механизма. На выполнение одного модуля задания выдается 40 минут. Студент, соответственно, за эти 40 минут должен выполнить все задания, которые указаны в оценочном листе. Один студент должен пройти по всем 5 модулям и в общей сумме получить 100 баллов. Каждый модуль максимально он может получить 20 баллов. Победитель этой олимпиады представит республику уже на всероссийском этапе профессионального конкурса. Осман Казаков, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария.